Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео посвящено советам по поиску в Google. Из него вы узнаете, какие советы можно использовать для быстрого поиска, а какие просто могут оказаться полезными в повседневной жизни. Кроме этого, вы узнаете, где на сайте Google найти советы и ознакомиться с примерами поиска. С советами по поиску в Google заходим в справочный центр «Веб-поиск» и выбираем вкладку «Советы и рекомендации». По состоянию на март 2015 года в справке по Google содержится 40 советов по поиску. Изложены они в непонятном порядке и поэтому не очень удобны для использования. Я структурировал их и выделил отдельно 15 советов, которые могут быть использованы для быстрого поиска в Google. И остальные советы, 25, расположил в порядке убывания по степени полезности для пользователей, исходя из моего собственного опыта. Пока вы не отработаете навыки быстрого поиска в Google до автоматизма, этот список можно использовать как шпаргалку или как чек-лист для быстрого поиска в Google. Где и как можно будет ознакомиться с курсом? Курс будет размещен на ресурсе udemy.com. Для того, чтобы получить доступ к нему, необходимо будет зарегистрироваться на сайте udemy.com, либо вновь зарегистрироваться, либо войти на сайт с помощью аккаунта Google Plus или Facebook. В настоящее время есть только структура курса. Материал будет добавляться по мере подготовки. Поэтому приглашаю вас на ресурс udemy.com для регистрации и своевременного получения информации о новых материалах.